Я Джордан Белфорд. В этом году мне стукнуло 26, и я заработал 49 миллионов. Аж зло берет, ведь еще 3 вышло бы по миллиону в неделю. Все должны нас узнать. Все непредсказуемо. Пойдет ли рынок вверх, завалится или будет топтаться на месте. В общем, ХС. Хрень собачья. Рынок — это фикция. Собачья, кошачья, фикция, шмикция — это все эфемерно. Было ли это легально? Ну, конечно, нет. Зато мы не знали, куда деньги девать. Я вообще-то на тебя не работаю. У тебя на сиськах мои бабки, так что считай, уже работаешь. Что-то не так, папочка. О, господи. ФБР. Накатить вам чего-нибудь? Нет, на службе строго запрещено. И как все это будет? В центре мишени знак доллара. Их бросают, и они прилипают. Они для того и созданы, чтобы их метали, как дротики в мишень. Раз, два, три! Стоп. Безопасность — это главное. Безопасность превыше всего. Конечно. Мы дорожим своей репутацией. Класс.